Салют всем зрителям прослушки. Сегодня слушаем новый альбом Славы КПСС «Взрослая танцевальная музыка». Объясню, почему, что и как вообще. Я не знаю, как вы относитесь к Славе... Я не знаю, как вы относитесь к Славе КПСС, но сам этот персонаж мне очень интересен, мне очень интересны все его личности, там Валентин Дядька, Соня Мармеладова, сам Слава. В общем, и мне интересно было послушать этот альбом. Такой, типа, подземный LJ. Мы слушали LJ, теперь я хочу послушать, что сделал Слава КПСС. В общем, не будем много болтать. Давайте слушать альбом «Взрослая танцевальная музыка». И все начинается с позитивной нотки «Криминальная Россия». Я вообще не любитель такой музыки, но слушать все это смешно. Вот когда он поет, напоминает ежемесячные. Тёлки, снеки, алкоголь. Бля, как смешно слушать вообще. Интересно, под него будут в клубах танцевать, нет? Я удивлюсь, если мои друзья-диджеи включат что-то из репертуара Славы КПСС. Ну, было бы неплохо услышать, конечно, пацанский флекс в клубе. Я бы дико ржал. Сука. Коры вообще. Даже это лучше, чем LJ. Когда я слушаю этот трек, мне почему-то представляется пляж или вот туса такая, все там в купальниках девчонки танцуют. Да. И я там рядом где-нибудь стою. Вот так вот. Олимпос. Вообще, заметили, как возвращается все это к олимпийкам и так далее? Макс Корж сначала вернул все это, все эти олимпийки и так далее, стилево. И сейчас не так стрёмно ходить в олимпосах. За что я люблю Славу КПСС? За то, что он просто по приколу делает это, по кайфу, и у него заебись получается, как бы. Также я люблю группу Хлеб. Что они по приколу делают, но делают охуенно. Ну, тут понятно то, что Слава просто решил поржать, записать такой альбом, и, в принципе, пока неплохо, это можно слушать. Ну, так, по настроению. Ой, что-то какой-то это долгий трек. Я даже устал уже слушать это. Пацанский флекс. О, а чё, я, кстати, могу очки одеть. Ага. Бейсболку можно снять. Клип, кстати, неплохой, там прям вот то, что еще куча денег, девчонки. Ну все типа, все как надо сделано, все круто. Пацанский флекс. Пацанский флекс. Буду погибать. Фортомет 2002. 2002. Сегодня будет такая танцевальная прослушка. Серьезно? Детишки заценят стопудово. Ауе, ауе. Что я кричу вообще? Вот есть что, мне не нравится такая музыка. Просто, чтобы вы понимали. Я не помню, я сказал это или нет, но на видосе с LJ я сказал то, что мне не нравится. Как бы вы можете свое мнение писать о Славе у меня в комментариях там, но просто я еще раз повторюсь, он делает то, что он захочет, и все. И тут как бы уже нет смысла что-то говорить ему. Как-то его... Короче, нет смысла как-то осуждать этого человека там за его поступки, то, что он на СТС был и так далее и тому подобное. Ему в угар пусть делает, и как бы не надо его трогать. Ну, норм. Забычкуем. Но песня о любви должна была быть. Как уж без песни о любви в альбоме, а?
манекены. Мне нравится этот трек. Вот трек, который мне больше всего понравился здесь. Единственный, наверное, трек. Ну, есть еще Capex, но я не ставлю на Capex. Я не ждал, что мне манекен. Я вообще не ожидал, что мне какой-то трек понравится, но вот это что-то как-то прикольно слушать. Ну, долгие какие-то песни, прям вообще вот. Можно было бы уже закончить эту песню, но он ее продолжил. Последний трек Capex. Ну, это одна из менее понравившихся песен. В общем, так, все, хватит. Что я хотел сказать? В принципе, сделано все как надо. То есть, простая музыка, это бочка простая, простые припевы, тексты простенькие, да? Но, что я заметил, вот даже если есть какой-то стёб, угар, но доля правды в этом есть. И это круто. На этом все. Я надеюсь, вам понравилась эта прослушка. Если нет, можете спокойно жать дизлайк. Если да, жмите лайк. Пишите в комментариях, что вам больше всего нравится в Славе, если вам нравится этот персонаж. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.